світанки вошли в деревню танки и остановились в саду. Вышел парень росый, командир без усы, повстречал девчину молодую. Солист ансамбля «Станица» и фольклорного коллектива старинной казачьей песни «Бузулук» Юрий Щербаков является самым настоящим носителем истинной казачьей культуры и песенного творчества. Он много работает, чтобы сохранить эту жемчужину казачьей культуры. Его песни наполнены жизненным драматизмом и любовью к родному казачьему краю. Все это выражено в альбоме, который готовится к выходу в свет. Он будет называться «Ох, любовь-то любовь». И там будет ряд вот таких песен о нелегкой женской судьбе и о мужской. Большинство романсов, ну и немножко туда еще исторически запишу. Новый альбом выходит благодаря поддержке волгоградского предпринимателя Олега Савченко, который является давним поклонником Юрия Щербакова. Поэтому неудивительно, что Олег Владимирович стал благотворителем в деле пропаганды песенной казачьей культуры. Недавно с Олегом Владимировичем Савченко познакомились, вот, интересный человек, и он подсоблял. Я говорю, ну вот так вот, как говорится, с миру по нитке, а история все-таки живет. История живет, песня сохраняется. Да дай Бог здоровья таким людям, что помогает нам. Вот, потому что это на самом деле все сложно. Простому человеку это очень сложно. Юрия Щербакова знают и любят зрители. В своих творческих поисках он обращается традиционно к носителям казачьей культуры, в первую очередь к своим землякам, жителям Новоаннинского района. А новый альбом будет большим вкладом в сохранение песенной культуры для будущих поколений и фольклорного наследия казаков. Дай воды напиться, дай воды умыться, завтра мы идем в жестокий бой. Парень умывался, парень улыбался, сероглазый парень молодой. Добей врага сильнее, приезжай скорее, до свидания, серые глаза. Такая песня.